Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я покажу вам, как сделать вот такую замечательную мышку из бумаги. Итак, приступим! Для создания этой поделки нам понадобится вот такой квадратный лист бумаги размером 15 на 15 сантиметров. Но если вы хотите сделать вашу мышку немного больше или меньше, то тогда используйте лист бумаги размером меньше или больше. Итак, поехали! Для начала складываем наш лист бумаги по диагонали. Итак, есть по диагонали. Мы согнули, разворачиваем наш лист бумаги. И теперь складываем его по второй диагонали. Итак, есть, разворачиваем наш лист бумаги и располагаем его вот таким вот образом. Теперь мы должны вот этот уголочек согнуть до вот этой центральной линии. Итак, есть, одну согнули, теперь берем и второй, сделаем точно так же. Итак, есть, и вот что у нас должно получиться. Теперь берем вот этот вот уголочек и сделаем точно так же к центральной линии. И второй. Итак, есть, сделали, вот у нас получился вот такой ромбик. Итак, отворачиваем вот эту вот сторону и разворачиваем полностью вот эту вот сторону. Вот как мы видим, у нас появились вот такие вот складки, как в виде ромба. И здесь посередине одна. Берем по вот этим вот складочкам, сгибаем вот таким вот образом, чтобы у вас получился вот такой треугольник. Итак, отворачиваем его вниз и отворачиваем его вверх, чтобы у нас наметилась здесь линия. Итак, сделаем точно так же и слева. Отворачиваем и складываем по нашим линиям. Итак, есть, вот так вот отворачиваем вниз, отворачиваем вверх, чтобы у нас наметились линии. Итак, есть, теперь берем вот этот вот уголочек и складываем до вот этой вот линии. То есть складываем его пополам. Итак, есть, согнули, теперь отворачиваем его вверх. Вот что у нас должно получиться. Теперь сделаем это точно так же и с этой стороны. Итак, складываем к центру и отворачиваем его вверх. Итак, сделали, теперь переворачиваем наш лист бумаги. Итак, у нас получился такой правильный ромбик. И теперь что мы должны сделать? Берем вот этот вот верхний уголочек и складываем чуть ниже центра. Где-то вот, я думаю, вот так. Итак, берем здесь, проглаживаем все пальцами хорошо. Вот что у вас должно получиться. Теперь мы должны вот этот уголочек загнуть вниз по вот этой вот линии. То есть линия изгиба у нас проходит от центра вот этой вот верхушки до вот этой вот точки. Итак, есть один уголочек, мы согнули, и посмотрите, где у нас проходит линия изгиба. Линия изгиба у нас проходит от вот этой верхушечки до вот этого вот уголочка. Итак, точно так же делаем слева. Итак, есть, хорошо, согнули. Теперь переворачиваем наш лист бумаги вот таким вот образом и складываем его пополам. Итак, есть, пополам мы его согнули и отворачиваем теперь наше ушко. Вот что у вас должно получиться. Теперь сделаем ушки нашей мышки. Берем вот эту вот часть и отгибаем ее вот так вот вправо. Где-то вот на столечко. Итак, посмотрите, где у нас проходит линия изгиба. Отверну я наше ушко. Линия изгиба у нас проходит вот здесь, как мы видим. Итак, одну сделали, переворачиваем нашу мышку и аналогично сделаем с другой стороны. Отворачиваем наше ушко вот так вот назад. Итак, сделали, и теперь посмотрите, какие ушки у нас получились. Теперь сделать их нужно более объемными. Итак, отворачиваем одно ушко, и вот так мы должны его расплющить пальчиком. Одновременно вторым пальцем мы здесь немного нажимаем, чтобы наше ушко вот так вот расплющилось немного. Точно так же делаем и с другой стороны. Разворачиваем мышку, и точно так же расплющиваем наше ушко. Итак, здесь нажали хорошенько. И вот у нас получились два вот таких объемных ушка у нашей мышки. Замечательно. И теперь берем вот эту вот часть мышки заднюю, будем делать уже хвостик. Вот таким вот образом мы загибаем вниз. Итак, вот так вот. Согнули, и как мы видим, вот у нас проходит линия изгиба вот этом вот месте. Итак, хорошо, здесь пальчиками изгиб проработали. Отворачиваем наш хвостик. И теперь мы должны вывернуть нашу фигурку наизнанку. Вот таким вот образом. Итак, вот так сделали, выворачиваем в другую сторону, то есть у нас получается наш хвостик теперь идет вниз. Итак, сделали. Теперь мы должны выгнуть наш хвостик в обратную сторону. Итак, вот таким вот образом, я думаю, где-то вот так,
мы выворачиваем его в обратную сторону. Можете здесь подрегулировать, если вам что-то не нравится. Вот, в принципе, я думаю, вот так вот будет хорошо. Вот такой хвостик у нас получился. Но, как мы видим, у нашего хвостика внизу вот такой вот уголочек образовался, и наш хвостик сильно такой широкий получился. Нам нужно наш хвостик сделать поуже. Для этого берем вот таким вот образом нашу всю фигурку и складываем наш хвостик вот так вот внутрь пополам. То есть можно вот так вот хвостик сделать даже чуть-чуть тоньше. Так, одну часть мы согнули, как мы видим, да, она у нас стала такой в два раза тоньше. Точно так же делаем и с другой стороны, со вторым уголочком. И вот такая мышка у нас получилась. Раскрасим немного нашу мышку, нарисуем ей носик. Вот такой будет замечательный носик у нашей мышки, и нарисуем ей усики. Я думаю, где-то вот так, и нарисуем ей глазик. Итак, есть нарисовали, и вот как мы видим, вот такая вот прекрасная мышка у нас получилась. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на мой канал. Итак, с вами был Влад, друзья, и до новых встреч, пока!